Ең башқы байлығыз егемен мамлекетіміз, егемен еліміз. Мұндан өткен байлық та, бақыт та жоқ. Все вместе мы хотим мира и процветания нашему Кыргызстану. Күнтөрдү улуттук кенчибизди өз энчибизге алдык. Эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи жолу темир жолдун курулушун өз күчүбүз менен баштадык. Так, в этот раз проходит торжественное мероприятие по случаю главного государственного праздника Дня Независимости. Формат совершенно необычный. Вместо привычной центральной площади Алату празднование проходит здесь, на Джайло Чункурчак. И проходит поистине масштабно. Кыргызский народ силен своим национальным духом. И суверенный, и свободолюбивый народ с богатой историей и красивым родным языком. Так начал свою поздравительную речь президент Садыр Джапаров. 31-я годовщина суверенитета – это еще один повод вспомнить про достижения страны. А последний год стал насыщенным на значимые события. Мамлекетибиздин коргоону жөндөмдүүлүгүн арттыруу, өлкө эгемендүүлүгүн бекемдөө, коопсуздугун камсыз кылуу багытында коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, чек арачыларыбызды жаңы талаптарга жооп берген заманбап техникалар менен камсыз кылуу иштерин быйыл да улантып жатабыз. Вы становитесь свидетелями того, что государство приобретает современное вооружение, военную и спецтехнику, броневики, беспилотники и вертолеты. Так значительно повышается обороноспособность страны и возможность борьбы с чрезвычайными ситуациями. Мы принимаем активные меры по укреплению энергетической безопасности. В этом году было начато строительство Камбаратинской ГЭС-1. Впервые за всю историю независимости было начато строительство железной дороги. Речь идет о проекте Балыкчы-Кочкор-Карагече. Причем все эти проекты финансируются за счет госбюджета. Мы ориентированы на самодостаточность. В этом году также мы твердо отстаивали интересы государства и народа, решительно вернув Кыргызстану национальное достояние Кумтор. Месторождение сегодня вносит большой вклад в формирование республиканского бюджета. Добиться такого результата в переговорах было непросто, и в итоге то, что должно было произойти еще 20 лет назад, произошло только в этом году. Безусловно, эта победа станет началом больших свершений на пути роста и развития страны, уверены кыргызстанцы. Айлык көтөрүлүштөт, медицинанын айлыктары, мугалимдердин жана социалдык. Вопрос Кумтором был одним из болезненных. Конечно, кыргызстанцы хотели, чтобы месторождение было наконец возвращено стране, и это случилось. Теперь важно, чтобы оно долгие годы работало на благо граждан. Я приехал из Чоңалайского района, и на правах Аксакала хочу сказать, что уже видны результаты. Госслужащим повышают зарплату, были увеличены и пособия. Это должно продолжаться. За годы независимости страна пережила многое. Безусловно, были и взлеты, и падения. Практически с нуля пришлось создавать финансово-банковскую сферу, систему обеспечения нацбезопасности и самообороны. Дальнейшее свое развитие уже политическая система страны получила в 2005-2010 годах. Это такие ключевые годы для политической истории Кыргызской республики. И все это вылилось в принятие уже новых конституций, которые уже меняли конфигурацию взаимоотношений между президентом, парламентом, правительством Кыргызской республики. И сейчас то, что мы наблюдаем, мы воспринимаем как данность и часто пренебрегаем теми свободами, которыми мы сегодня обладаем. В этот же день состоялась церемония поднятия государственного флага. Символично, что под исполнение гимна его поднимают именно на 31-метровый флагшток. Это, безусловно, торжественная церемония. В своей речи президент Садыр Джапаров отметил, что именно суверенное государство и свободный народ – самая главная ценность Кыргызстана. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы
Азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Конечно, в нашей 3000-летней истории 31 год – это мгновение. В истории народа происходили значительные достижения. Создавался великий кыргызский каганат. Временами народ переживал состояние упадка, у нас отбирали свободу, и мы находились на грани распада. Словом, кыргызы столкнулись со многими историческими испытаниями, однако многие народы издревле жили бок о бок с кыргызами, исчезли, оставшись лишь на страницах истории. Только гордый народ, который всегда борется за свободу, заслуживает счастья быть свободным. В этот день мы не забудем наших мужественных предков, которые жаждали и боролись за свободу Кыргызстана. В мире и согласии в Кыргызстане сегодня проживают представители более 80 национальностей. И самое большое богатство свободолюбивого народа – это его единство. Сейчас же, чтя традиции предков, важно беречь дружбу, согласие и взаимопонимание. А задача государства – увеличивать социально-экономическую мощь страны и последовательно реализовывать масштабные реформы. Пусть будет у нас в стране мир, благополучие, и чтобы наши дети росли в достатке. Аябай жакшы деңгээлде өткөрүлдү, чоң мындай деңгээл ошол Бишкектин тегерегинде биринчи жолу болду го дейм. Мне очень нравится этот день независимости. Этнофестиваль, состязания по национальным видам спорта, целый этногородок и концертная программа. Был и театрализованный пролог. А в этом году празднование 31-й годовщины независимости совпало еще и с 200-летием активного защитника интересов кыргызского народа Байтик Баатыра. Так грандиозно на Джайлочин Курчак отметили главный праздник страны. Байтик Баатыр өңдү чыгаан инсандарыбыздай өлкөнүн жарык келечеги үчүн көбүрөөк аракет кылууга чакырат элем. В нашей 3000-летней истории было много героев, которые стояли во главе народа, в их числе и Байтик Баатыр. Не зря в нашем народе ходит поговорка: героев тысячи, вождь один. Тысячи лет лучшие представители народа, как Байтик, сохраняли единство кыргызов, берегли благословенную землю, не отдавая ее врагам. И в этот великий день я воздаю должное мужеству нашего народа. Героям и мудрым вождям, боровшихся за свободу, хочу особо подчеркнуть, что наши дети и внуки должны знать, что их предки прошли через многие трудности. Они благословляли прекрасный Кыргызстан и гостеприимный кыргызский народ, оставив независимую страну в наследие. А это архивные кадры с 31 августа 91-го, того дня, когда Кыргызстан провозгласил себя независимой страной. В день независимости президенту Садыру Джапарову свои поздравительные телеграммы направили мировые лидеры, пожелав кыргызстанцам мира, благополучия и процветания. Аяна Дюшикеева, Чингиз Джумагулов, Алату 24.